готовка на природе. Мясцо, морковочка, лучок, грибочки и будет картошечка. И все это в казане потушим сейчас без водички. Вот, загружаем казан, нагрелся, загружаем мясо. Обжарим до золотистой корочки, потом следующие овощи. Вот, мясо вообще практически обжарилось. Помешиваем, чтобы не сильно зарумянилось. Все. Вот лучок. Чиполинко. Добавили, перемешали, ждем. Вот такое уже получилось. Добавляем морковочку. Вот собакин бегает. Рут. Это выглядит. Добавляем грибочки. Промешиваем. А, горячо. И высыпаем картошечку. Мы решили это сделать вот так вот. Вот. И оставляем. Все приправками посыпем, мы накроем. Будет еще, собственно, сокутаться без воды. Соль. Парчик. Накрыли крышечкой, время прошло, посмотрим, что у нас там. А у нас тут все хорошо. Тушится, собственно, соку. В общем, добавили еще картошки, посчитали, что мало. И замешиваем. Все, картошечка внизу будет. Перемешали. Перемешали. Вот такое получается блюдо. Оставляем томиться. Накрываем крышечкой. Добавим чесночок сейчас. И оставляем томиться. Чесночок. Решили добавить еще приправки для мяса. Чуть-чуть ароматненькой. Перемешиваем. В
Воды не добавляли. Все это сок от картошки, от мяса. Все, накрываем крышкой и ждем. Вот что получилось. Картошечка уже практически готова. Жар уже убрали там весь, там чуть-чуть. Все, скоро будем кушать.